смотрите сегодня. Легендарный российский Warcraft 3 игрок Deadman вновь остался без клана. Представлен новый оптический HD-DVD-привод. А также мы ждем вас в нашей школе киберспорта. Сегодня мы рассмотрим основные правила гонок на примере игры AirFact. И, конечно же, вас ждет новый кибертурнир по этой же игре. Сегодня мы покажем гонку первого этапа российского чемпионата Russian Formula 3. Представляем обзор киберспортивных новостей со всего мира. В первый день ноября популярная теперь уже на весь свет организация Zone Rank произвела очередной анализ выступлений команд и игроков на международной киберспортивной арене. В дисциплине Counter-Strike наконец-таки сменился лидер рейтинга. Теперь на первом месте команда Fnatic. На две позиции опустились наши ребята Virtus.pro. Теперь команда занимает 13 место. А вот в Warcraft 3 TFT рейтинг значительным перестановкам не подвергся. Quake 4 рейтинг также без изменений. Сегодня стало известно о получении новой игрой Unreal Tournament 3 статуса «Золотой», а также о сроках начала продаж продолжения известного шутера. Итак, на территории Северной Америки все желающие смогут купить диск по цене в $49.95, обычная комплектация, или в комплектации подарочной за $59.95. Что касается поступления игры на прилавки магазинов России, то геймеры смогут заполучить ее, скорее всего, только в начале следующего года. Точная цена неизвестна. Легендарный российский Warcraft 3 игрок Андрей Deadman Соболев вновь остался без клана. Ранее выступавший за Defining Stars, недавно был исключен поинтом из состава команды сразу с двух лиг – Electronic Sports и Snational Game. По заявлению менеджмента команды, это решение было принято самим Андреем по причине того, что он хочет взять перерыв от киберспорта на неопределенный период. Однако вероятно, что сказался и фактор не слишком удачного выступления за Devs. Состав iBallers вновь насчитывает 5 человек. Шведская команда всю прошедшую неделю занималась поисками двух новичков, после того, как из состава были отчислены Арва и Фрид. Двумя новыми приобретениями стали Bloomstar и Gax, довольно известные игроки на шведской Counter-Strike арене. Капитан iBallers в интервью заявил, что склоняется к тому, что у двух новичков неплохие шансы закрепиться в основе команды. Дебют нового состава состоится в рамках Extreme Masters Sweden. Добро пожаловать в школу виртуального спорта. Сегодня мы рассмотрим основные правила гонок, без соблюдения которых будет очень сложно добраться до вершин виртуального автоспорта. Правило первое. Не уверен, не обгоняй. Особенно, если нет уверенности, что обгон пройдет аккуратно и не приведет к вылету тебя самого или обгоняемого пилота. Обгон должен быть подготовлен. Не нужно пытаться обогнать при малейшей появившейся возможности. Правило второе. Чтобы научиться финишировать первым в гонках, для начала нужно как минимум научиться финишировать вообще. Как бы вы ни были быстры, в свободной практике или даже в квалификации, в гонке это лишь одно из слагаемых успеха. Помимо скорости, нужно обладать стабильностью. Вы никогда не сможете победить, если не сможете без ошибок проезжать длинные дистанции. 1, 2, 3 очень быстрых круга подряд – это хорошо. Но если после этого последует ошибка, даже небольшая, стоящая всего несколько секунд, это перечеркнет все предыдущие старания. Мы – виртуальная школа. Учитесь на пятерке, пока бесплатно. По машинам и удачи на трассах! Смотрите далее. Анонсирован выпуск игрового клавишного блока. И, конечно же, вас ждет новый кибертурнир по этой же игре. Сегодня мы покажем гонку первого этапа российского чемпионата Russian Formula 3. Представляем обзор киберспортивных девайсов. Компания Razer, специализирующаяся на выпуске высококлассной игровой периферии, представила на финале чемпионата World Cyber Games 2007 игровую клавиатуру Lycosa. Легко предположить, что основной ее особенностью является ориентация на энтузиастов компьютерных игр. Она прослеживается во всем, начиная от высокой частоты опроса 1000 Гц до стильного внешнего вида с голубой подсветкой. Клавиши имеют покрытие, предотвращающее проскальзывание пальцев.
На прошедшей в этом году международной выставке компания Asus впервые показала новый оптический HD-DVD-привод. Теперь же разработчики официально объявили о выпуске своего детища, которое позиционируется как самое тихое решение такого рода. Поскольку производимый устройством уровень шума во время проигрывания HD-DVD-дисков не превышает значения 21,1 дБ. Изделие выполнено в виде встраиваемого модуля с интерфейсом PATA. Также есть возможность совместимости с SATA благодаря адаптеру. Компания Belkine анонсировала выпуск игрового клавишного блока под названием N52TE. Девайс ориентирован на энтузиастов стрелялок от первого лица, многопользовательских ролевых онлайновых игр и стратегий реального времени. Новинка является развитием известного изделия N52. Ее отличительной особенностью является наличие стильной синей подсветки. Также использовано новое программное обеспечение, позволяющее гибко настраивать параметры контроллера под определенные игры. Мышь Genius Ergo R800 – это беспроводной вариант эргономичной мышки 525. Для своей ценовой ниши – хорошая беспроводная мышь с прекрасной эргономикой, отлично реализованным питанием и среднего качества интерфейс. Вполне подойдет как для домашнего использования, так и для работы без серьезных требований к техническим данным. Эта мышь подойдет только для игроков в RPG и стратегии. Для игры в различные шутеры у мышки слишком медленный отклик, что может сказаться на качестве игры. Здравствуйте! Сегодня мы увидим гонку первого этапа российского чемпионата Russian Formula 3. Гонка проходит на легендарной английской трассе Silverstone, где участникам предстоит преодолеть 29 кругов, каждый длиной 5140 метров. Чемпионат проводится на машинах Формулы 3, одноместных болидах с открытыми колесами. После квалификационной сессии на старт гонки вышло 29 пилотов из разных городов России, Украины, Белоруссии, Эстонии и Германии. Первых трех пилотов в квалификации разделило менее 0,1 секунды. Места с 4 по 18 разделило всего 2 секунды. Итак, пилоты уже ушли на прогревочный круг. Совсем скоро загорятся зеленые огни. Впереди 29 кругов дистанции или почти 150 километров борьбы. Но уже на прогревочном круге произошло первое столкновение. Дмитрий Гавриленко зазевался и врезался в замедлившегося впереди Дмитрия Алымова. Вот прогревочный круг уже окончен, и участники замерли на стартовой решетке в ожидании зеленых огней. Из-за инцидента Гавриленко-Алымов машина последнего была сильно повреждена, и стюарты не давали старт до тех пор, пока Дмитрий не добрался до боксов. Но, наконец, старт дан, и пилоты устремились к первому повороту, самому опасному в любой гонке. Первые 10 пилотов спокойно входят в первый поворот, а вот сзади произошло массовое столкновение пилотов, в котором поучаствовала практически вся вторая половина пелотона. Виновником завала стал Александр Лазутов, и позже решением стюартов он был снят с гонки. После первого круга гонщики немного растянулись и стали вести локальные сражения. Уже в самом начале гонки совершают ошибки пилоты из лидирующей группы. На первом круге Евгений Дюбов ошибается в повороте Чепл, а на втором круге, чуть дальше, в повороте Бекетс, теряет машину Стас Горбунов, победитель квалификации. Их машины не были повреждены, но оба пилота потеряли время, в итоге стоившее обоим нескольких мест на финиш. Трасса хорошо изучена большинством соперников, и те, кто к этому моменту продолжал участие в гонке, вели в основном заочную борьбу, так как пилоты уже достаточно широко растянулись по трассе. Лидера от 10 места отделяло около 45 секунд. До начала череды плановых пит-стопов на трассе произошло еще одно событие. На 9-м круге почти одновременно в 3-м повороте разбили свои машины Олег Бегеза, шедший 6-м, и Дмитрий Алымов, отремонтировавший машину после происшествия на прогревочном круге. На 13-м круге Царев совершает ошибку на выходе из поворота «Прайори» и совершает экскурсию на обочину, потеряв на этом около 10 секунд и уступив свое третье место преследовавшим его Роману Романову и Александру Гинько. На этом же круге Александр Гинько, как обычно, первым заезжает на плановый пит-стоп. На следующем 14-м круге на пит-стоп заезжают Романов и Царев. Цареву удалось отыграть несколько секунд. Механики Камрад Рейсинг отлично проводят смену резины и дозаправку, и Дмитрий выехал из боксов всего в 2 секундах позади Романа Романова.
В это время уже все пилоты стали проводить свои плановые пит-стопы. Из 14 по 19 круг все интересные события происходили не на трассе, а в боксах. Впрочем, в лидирующей группе никому не удалось получить значительного преимущества, и все сохранили свои позиции. К 19 кругу весь пилотон побывал на плановом обслуживании, и гонка перешла в свою решающую стадию. До финиша осталось всего 10 кругов. К 19 кругу Царев ликвидировал отставание в 2 секунды от Романова и начал атаковать соперника. Долго ждать не пришлось. Из-за различных настроек болидов у Царева была большая скорость на прямых, и Дмитрий атаковал на торможении перед поворотом Стоу после длинной прямой. Роман перекрестил траектории, и пилоты одновременно вышли из поворота. Но небольшой контакт на скорости 170 км в час привел к развороту Романа. В целом, вторая часть гонки прошла очень спокойно. И изменений в лидирующей десятке за оставшиеся круги почти не произошло. На 23-м круге Дмитрий Гавриленко обошел Николая Драгайцева в борьбе за 10-ю позицию. А за 3 круга до финиша лидер Андрей Мекта неожиданно отправился в боксы. Как выяснилось позже, команда допустила просчет, и Андрею залили достаточно топлива. Но заправка была быстрой, но этого хватило, чтобы потерять 2 позиции. И так закончился первый этап, подаривший много переживаний и пилотам, и зрителям. А впереди еще целый сезон бескомпромиссной борьбы. Что касается общих зачетов, как личного, так и командного, то пока делать выводы еще рано, но уже сейчас можно отметить сильных пилотов, которые наверняка будут претендовать на высокие места по итогам сезона. Отличную скорость как в квалификации, так и в гонке показали Михаил Лобанов и Андрей Мекта, лишь недавно начавшие карьеры виртуальных пилотов. Из опытных пилотов в гонке успешно выступили Дмитрий Царев, занявший 2-е место, и Станислав Горбунов, которому до подиума не хватило всего нескольких секунд. До скорой встречи на виртуальных автодромах. Смотрите в следующий раз. Самая интересная информация из мира киберспорта. Правильные девайсы для настоящих киберспортсменов. Новые уроки школы виртуального спорта. И, конечно, самое интересное – новые состязания между киберспортсменами. Все это в следующий раз.